Меня зовут Илья Овчаренко, мне 23 года. На данный момент являюсь директором пиар-департамента компании Акелла. Я уже более 3 лет в игровой индустрии, мне очень нравится, мне очень по кайфу. Я занимаюсь пиаром. Уже на протяжении, наверное, 15 лет я играю в игры. Я знаю огромное количество игр, и мне, разумеется, в тот момент, особенно в 19 лет, наивный такой приятный мальчик, было интересно работать именно в индустрии, которая связана именно с играми. Вот. А что еще может делать человек, который, в принципе, как бы с математикой-то не особо, но всегда умел хорошо болтать языком, правильно, идти в пиар? Вроде я не такой же тупой, как бы, вроде как и пятое, десятое. В общем, мне захотелось пойти четко в пиар в игровой индустрии. Я много чем увлекаюсь и занимаюсь. Разнообразие – это как бы конек моей жизни. Это касается еды, кино, увлечений, живописи, музыки и вообще, в принципе, идейности жизни как таковой. Из хобби, которое я могу сейчас как навскидку сказать, это бильярд, книги, женщины, бесспорно, потому что женщина – это одна из самых ярких загадок, которые вообще можно себе представить. Психология, потому что женщина – это одна из самых ярких загадок, которые можно себе представить. Алкоголь вкусный, хороший, люблю иногда так пропустить рюмашечку другую. Мои друзья, которые, каждый из которых является очень яркой личностью. Люблю вкусные ужины, которые мне готовят очень интересные существа, ради которых я изучаю психологию, то бишь женщины. Это парк Музеон. На самом деле, одно из любимых моих мест в Москве, потому что вне зависимости от времени года, вне зависимости от погоды и вне зависимости от тех людей, с которыми я здесь прихожу, он всегда тихий, спокойный, очень красивый. На самом деле здесь очень много прошло времени, как бы, вот, моей жизни, как вот я здесь вот ходил, гулял, качался на качелях. Я люблю качаться на качелях очень. Мечтаю жить. В итоге иду к богатству. Как бы богатству духовному, богатству профессиональному, богатству, разумеется, денежному, богатству вот во всеобъемлющем понимании этого слова. То есть, в принципе, на данный момент я наращиваю скилл во всем. В общении, в связях, собственно, в том самом пиаре и маркетинге, в как бы каких-то рекламных вещах, во всем. То есть я сейчас впитываю, как та самая губка, которая Боб. Для меня мечта – это то, чего я добиваюсь. То есть я человек, который реализовываю те мечты, которые я, собственно, себе ставлю. То есть это мечты-цели. Вот. Какой-то вот именно глобальный такой восхитительный и романтичный мечты. Вот романтик у меня вся жизнь, поэтому как бы мне сложно. Ну, вообще хочу, конечно, остров, на котором будут бананы, обезьяны. Вот. Вот это хочу, но это где-то там далеко и что-то такое. Я люблю своих друзей,
И я сделаю все для того, чтобы у них было все хорошо. Это мои близкие люди, это люди, которые мне помогают, и которые не поют мне дифирамбы, а наоборот рассказывают, какой я придурок, когда я придурок. Вот. Их не так много, но для этих людей я сделаю все. А для людей, которые хотят работать в публичных вещах, то есть в маркетинге, в пиаре, я могу посоветовать только одно – быть очень ярким и очень запоминающимся. Если человек хочет стать действительно чем-то в этой индустрии, ему нужно быть человеком, которого вот за 3 месяца может узнать вся индустрия. Очень быстро, очень четко и даже не без каких-то определенных вещей. Потому что он запоминается своими суждениями, он запоминается своим восприятием, он запоминается своим профессионализмом.